С завтрашнего дня мы закрываем на карантин все наши школы, а также рекомендуем всем частным школам закрыть школы на карантин. Помимо того, в детских садах, где мы будем выявлять заболевших детей в каждой группе, если это будет превышение больше, чем на 20%, также такие группы и детские сады будем рекомендовать к закрытию. На сегодняшний день, чтобы не парализовать полностью работу детских садов, мы понимаем, что это очень большая ответственность городская, и родителям очень тяжело находиться с детьми, особенно тем родителям, которые работают. В связи с этим мы на сегодняшний день еще получим консультацию по постанове Кабинета министров и будем принимать решение по дальнейшему введению карантина в детских садах, если это будет необходимо. Школы, они будут закрыты на карантин. Предварительно, пока что на 3 недели, если в течение недели, 2 недель мы увидим значительное улучшение по заболеваемости, то таким образом мы можем принять отдельное решение и возобновить учебу. Помимо того, мы внедряем с завтрашнего дня на сайте Департамента образования дистанционное обучение для всех наших школьников. Паюм-Марина в этом году будет отменена в связи с коронавирусом, но мы рассчитываем, что если можно будет в городе проводить мероприятие до 250 человек, то мы ее реформируем в комедиаду. На сегодняшний день в городе, помимо внутренних решений комиссии по ТЭП и ЧС, разработан общегородской план по профилактике, по снижению риска распространения инфекции. Он разрабатывался на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения всеми нашими подразделениями. Сегодня был представлен проект этого документа, который довольно-таки большой, который включает более 20 страниц и порядка сотни всевозможных мероприятий, учений, профилактических мероприятий, обеспечения человеческих ресурсов, финансовой, логистики, взаимодействия между службами и многое-многое другое. Этот документ завтра до утра должен быть доработан и подан на подпись Одесского городского головы для утверждения. Прежде я хочу сказать, что мы начали готовиться к массовым таким противоэпидемическим мероприятиям еще более месяца назад, и на сессии, которая состоялась 6 февраля, были дополнительно выделены Департаменту здравоохранения, его учреждениям, 1 600 000 гривен именно для закупки всяких медицинских препаратов, средств защиты. Сегодня мы будем рассматривать вопрос на бюджетной комиссии по заявке Департамента здравоохранения, в первую очередь для приобретения различного и в том числе и оборудования для нашего коммунального некоммерческого предприятия «Городская инфекционная больница». Ряда также и препаратов, и тест-систем уже объявлен, тендер на сумму больше 3 000 000, кроме того, определенное оборудование. Говоря об этих мероприятиях, хочу также отметить, что сегодня на комиссии поддержаны 2 предложения. Первое предложение – это то, что не только средства бюджета, а учитывая ту, будем говорить, сложную ситуацию напряженную, которая есть в стране, нашим коммунальным некоммерческим предприятиям, которые получают средства с Национальной службы здоровья, будет обязано, чтобы они также закупили необходимые препараты или для них, или для передачи, это или в инфекционную больницу, или в другие лечебные учреждения. Кроме того, для оперативности, если будет ситуация обостряться, мы выйдем с предложениями и на сессии, которая будет 18 марта, внесем предложение дополнение в наше решение про бюджет, что в такой ситуации, чтобы не дожидаясь сессии, вносить изменения, именно корректировать бюджет распоряжением городского головы по согласованию с профильной бюджетной комиссией и по согласованию с нашим штабом, для того, чтобы быстро реагировать на те ситуации, которые могут возникнуть. Также хочу отметить, как уже было сказано, что наше учреждение, сегодня некоммерческое предприятие «Инфекционная больница», на сегодняшний день оснащено всем необходимым для того, чтобы проводить различного плана мероприятий.
по состоянию на утро, скажем, или на вчерашний вечер, больше 10, даже 15 миллионов мы рассматриваем на комиссию. Ну, утром уже департамент здравоохранения считал очередную потребность, и мы считаем, что еще закупить необходимо аппараты вентиляции, искусственной вентиляции легких, то есть это те аппараты, то оборудование, которое в первую очередь необходимо при такого рода заболеваниях. И дооснастить еще такими же аппаратами наши автомобили неотложной медицинской помощи. Основные составляющие – это медикаменты, это тест-системы, которые я сказала, и отдельное оборудование. Это презентация плану протиэпидемічних заходів щодо зниження ризиків інфікування новим коронавирусом COVID-19. Если появятся вопросы, значит, по инфицированию с коронавирусом, значит, это они будут... Питание, яке відносно місця обсервації, це що необхідно закупити. Це було те, що ви перерахували, це те, що для нас, для наших закладів. Але я маю на увазі... О, дякую. Дякую, що ви були. Для нас найголовніше. Шановні присутні, у нас сьогодні спостерігається різке майже вдвічі збільшення кількості класів, які закриті на карантин. Вчора зменшення захворюваності. Тоді особливим розпорядженням ми поновимо навчання. Так, приймається така пропозиція? Так, прийнято. Є пропозиція виконати постанову Кабінету міністрів. Теж ми розуміємо, що для батьків це дуже тяжкий запобігання ризиків можливого захворювання. Які будуть пропозиції, інше бачення, зауваження з цього? В інтересах дитини і родини, в разі якщо є така можливість. І надати можливість відвідування садочків у рамках закладу, коли до нього під дуже пильним наглядом при прийомі дітей до закладу, бо їх буде мало. Склад нашої робочої групи щодо протидії та зниження ризиків інфікування, він різних підрозділів, комерційних установ, вузів, а також прикордонної служби, ДСНС. Дуже коротко презентувати цей план. І завтра до ранку, щоб усі присутні тут подали особисто, мер Геннадій Леонідович передати усім. Зрозуміло, так? Пов'язаними з розповсюдженням інфікування, але у мене така пропозиція. Звісно, у нас теж пройшли тренування. Значит, департамент здравоохранения проверил, сейчас продолжается проверка, картина, что мы должны еще закупить, на что нужно обратить внимание. И вот сегодня обращались некоторые средства массовой информации, что очень много поступлений детей с, значит, с симптомами ОРВИ. И я, значит, хочу сказать, что если будет такая проблема по COVID-19,